третья задача – это определение места судна по двум пеленгам. У нас есть два ориентира, они будут даны на карте. Вы исправляете гирокомпасные пеленга поправкой гирокомпаса, прокладываете истинные пеленги на карте и получаете место, снимаете и записываете координаты, какова широта и долгота сторона. Кроме широты и долготы, нужно считать СКП полученной обсервации. СКП по двум пеленгам равно погрешность пеленга разделить на 57,3 градуса, синус тета, тета это угол пересечения наших пеленгов, и умножить на корень из суммы квадратов расстояния до ориентира. Ну, на рисунке, если у нас ориентир 1, то это D1, а это D2, а это, соответственно, тогда ориентир 2. Если нам нужно найти m с 95% вероятностью, то мы m, полученное ранее, умножаем на 2 и получаем СКП уже с 95% вероятностью.